Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Мене звати Юлія Сирота, це програма «Фреш» і ми починаємо. Повна шафа речей, а вдягнути нічого, такі проблеми. Зіштовхуються з ними і жінки, і чоловіки різних статків. Що ж робити та як сформувати свій гардероб правильно? Знає коуч-стилістка Світлана Мусолітіна. Доброго дня, пані Світлана. І справді хочеться поговорити про гардероб, про те, щоб виглядати з будь-якими грошима добре завжди і вишукано, звичайно. І треба знати, що ж потрібно купувати. Чому такі проблеми, коли у людей дуже багато речей, а вдягнути нічого? Как правило, это проблема от того, что люди не идентифицируют себя со своей одеждой. То есть одежда отдельно, они отдельно. Да? Когда человек задумывается о том, что он носит, его гардероб кардинально меняется. Тогда все вещи отражают то, что он из себя представляет. Поэтому важный момент для того, чтобы действительно вам было что одеть всегда, это думать о том, что у вас находится в шкафу. Перебирати треба гардероб, так? Але ж ці речі можуть вийти з моди. І все, вони вам вже не потрібні. Тоді, як ви далі можете з цими речами співіснувати? Чи потрібно їх викидати, чи, можливо, переробити на щось інше? От ваш погляд. Разбор гардероба делается два раза в год, как минимум. Да? Естественно, что есть какие-то вещи, которые уже вышли из моды. Ну, бывает очень быстрая мода. Если вы покупаете ультрамодную вещь, то буквально там через сезон она уже не модная. Ее можно обыграть, одевая с базовыми вещами какими-то, да, и продлить немножко срок службы. Ну, либо от нее избавиться. Если у вас есть возможность, да, вот финансовая и так далее, вам не жалко эти вещи, то есть можно отдать тем, кто не очень следит за модой, и они еще с удовольствием это поносят. Знаете, пані Світлано, часто чуешь від жінок, що дуже хочеться і модно вдягатися, але немає грошей. Але зараз коуч-стилісти не вважають це за проблему. Вообще не проблема. Чому? І як же зробити так, щоб з мінімальним достатком створити свій гардероб? Гардероб и деньги – это, в принципе, вещи, которые, ну вот, иногда соединяются, иногда нет. Ну, даже не гардероб, а стиль. Стиль. Вот стиль, да. Потому что можно быть стильно совершенно за небольшие деньги, да. И самое актуальное – это создать себе базу. Это самое простое. Это никогда не выходит из моды. Это всегда будет красиво, это всегда будет в тренде, скажем так. Потому что это медленная мода. І вона завжди вас буде палочкою-виручалочкою. Ми зможемо побачити зараз приклади тих речей, які повинні бути у нашому гардеробі, і потім розкажемо, на що потрібно звертати увагу. То що це повинно бути на самому початку? От від яких базових речей потрібно відштовхуватись? Я би сказала, що не від речей треба відталкуватися, а від чоловіка. Від людини, звичайно. Звісно. У людини можуть свої бути характер, так, свій, свої звички. База не предполагает характера или привычек, это предполагает наличие тех вещей, которые, знаете, как серый кардинал, они вот абсолютно универсальны под все. Это как там белая футболка, допустим, джинсы, пиджак классический, пальто классическое. То, что всегда будет в моде, и то, что характер можно проявить другим чем-то. Вот в базу добавить яркий шарф, допустим, или какую-нибудь модную обувь. Тогда можно проявить характер. А база, она на той базе, это основа, да? Ну, давайте зараз трошки пройдемось по тій базі, про яку ви говорите. Що це? Это основные вещи, которые комбинируются легко друг с другом, с другими вещами. Например? Белая футболка, белая рубашка, джинсы, классические джинсы, вот синие, темно-синие, да, там черные, серые, пиджак. Единственное, что нужно смотреть, как эта вещь сидит на вас. Нужно подобрать свой, не подобрать, а понять свой цветотип и знать, какие цвета вам идут. Кому-то пойдет серый, кому-то бежевый, да? Кому-то чуть приглушеннее, кому-то чуть ярче. Поэтому, ну, это все вещи, которые можно комбинировать друг с другом. То есть джинс в любом виде, то есть он по вообще всем идет. До речи, джинсовые брюки зараз носят, мабуть, усі, але ж треба теж розуміти, які саме джинси вам підходять і які не псують вашу фігуру. Бо конечно, дуже часто можна побачити, коли жінка вдягає те, що можна було б приховати. Ну, не треба показувати усе, треба якось розрізняти, дивитися, які ж моделі вам підходять. Як обирати джинси правильно? Это тоже один из моментов, касаемый базового гардероба в том числе, как и джинсов. Это правильная посадка на фигуре.
То есть сейчас, например, джинсы скини уже не модно, джинсы рваные уже не модно, то есть это не актуально. Это можно донашивать, но вы не будете актуальными и модными, да? Поэтому выбирайте джинсы, которые хорошо сидят на талии, не облегают в бедрах, и хорошая длина, которая не обрезает вам ноги. Поэтому нужно понимать, с чем вы будете носить, какую обувь. И вообще гардероб, ну вот я как стилист, я всегда рассматриваю комплексно. Это никогда не одна вещь какая-то, которая вот джинсы и все, так не бывает. Вы не носите одни джинсы, правда? Всегда есть обувь, всегда есть верх и так далі. Але ж дуже хочеться часто, коли заходиш в магазин, дивишся якусь таку гарну, прегарну річ, вона тобі дуже подобається, ти хочеш її купити. І не замислюєшся, з чим же ти ще будеш її носити. Хочеш купити, залишити її в себе, а потім вже добрати іншу річ. Чи це правильно так робити? Ні, правильно, неправильного. Да, на самом деле шопінг, ми об этом говорим сьогодні, в день шопінга, 11 ноября, на самом деле шопінг може бути лікарством. И иногда спонтанные покупки, они вот, действительно действуют как терапия. Поэтому почему нет? В кошельке всегда должна быть сумма, которую можно потратить на себя для того, чтобы получить эмоции, получить кайф. Да? Вот кому-то нужно именно потратиться на это, кому-то достаточно прийти в магазин, все это перемерить, получить удовольствие. Я, например, кайфую в магазинах, я там танцую, песни пою. А что вы выбираете потом? Врешті-решт? Мне не обязательно покупать. Мне достаточно просто быть в магазине, все это щупать, мерить, понимать, что я с чем буду сочетать, как это впишется в мой гардероб, не впишется. Ну, у меня игра такая, да, ну, вот, видимо, из-за моего рода деятельности, вот оно вот так связано. Ну, я, в принципе, я всю жизнь, вот я обожаю вещи, я обожаю создавать гармоничные образы. У меня никогда не бывает, чтобы, и с клиентами точно так же, чтобы я не продумала... От верхушечки до самих кончиків пальців. До речі, якраз хотіла поговорити з вами про це, бо формування образу взагалі, формування стилю людини – це найголовніше, що повинно бути. І це те, що впливає потім на ставлення до цієї Конечно. Людини, ставлення у суспільстві. Тому продумати від верхівки і аж до п'ят – це задача, мабуть, номер один. Як зробити правильним цей вибір, щоб, наприклад, взуття поєднувалося добре з верхом, так? Щоб ви розуміли, для чого ви купуєте, де ви будете носити ці речі. Тобто тут є дуже багато нюансів, на які потрібно звертати увагу. От які ваші поради тут будуть? Знаєте, кожен раз роботу з клієнтами починаю з коуч-сесії. То есть, прежде всего, мне надо понять, чем живет человек, какой у него образ жизни, чем он занимается, как он себя позиционирует в мире. От этого будет зависеть, носит ли эта девочка туфли на каблуках, либо она носит грубые ботинки. Да? Носит ли она джинсовую одежду, либо она носит строгий деловой костюм. То есть, вот эти все нюансы идут от человека. Каждый раз, составляя какой-то образ, картинку какую-то, мы идем от того, чем человек занимается, чем он живет и как он хочет себя представлять в этом мире, в обществе и так далее. Какие у него цели, задачи? А если, например, не йде цій людині носить завжди на підборах, например, взуття, так? Ну, не подходит, не вміє людина ходить, не хочет вона перевчитись, але, так, але ж все одно вимагає того, те суспільство, вимагає та робота, з якою людина пов'язала все своє життя. І тоді доводиться якось виходити з ситуації. Чи часто траплялися у вас такі випадки? У мене тоді вопрос, правильно ли він вибрав професію? Ось так. Да. Тому що в людини все повинно бути гармонійно. Должно бути, да, все комфортно. Все должно приносить радость. Иначе зачем все это? Я з вами тут повністю погоджуюся. А з приводу осені і тієї погоди, яка зараз є у нас, дуже добре, що така тепла осінь. Але ж потрібно розуміти, що ми обираємо і верхній одяг, і цей верхній одяг повинен добре на нас сидіти. Так? І треба ще розуміти, які ж види, які форми верхнього одягу зараз в моді. Сейчас в моде свободные вещи. Это касается и обычной одежды, и верхней одежды в любом случае. Да? То есть это ничего не должно абсолютно облегать фигуру. Это редкий случай, когда идеальная фигура у девочки, у нее есть цель выглядеть так. Да? Если мы говорим о повседневной одежде, то это, скорее всего, вещи свободного кроя. И тут уже, как выбрать верхнюю одежду, я буду об этом говорить на своем мастер-классе в субботу на мануфактуре в комплексе «Славянский».
на своєму безплатному мастер-класі. Тому можна безкоштовно люди можуть навіть прийти подивитися, що потрібно вдягати. А чому от ви вирішили цю тему так от безкоштовно задіяти? Невже вас хвилює, як люди вдягаються? Так? Ви не представляєте, як мені хочеться переодіти полгорода. Тому, коли я хожу по вулиці, у мене от виникає таке желання, да, то чому не воспользоваться і не дати це безплатно? Да, то есть то, что я знаю, то, что я умею, я готова давать людям, транслировать и научить их одеваться так, чтобы они выглядели гармонично и вкусно. Щоб життя була радісною. Смачно виглядати. Дуже гарне поєднання цих двох слів. Таке вже вийшло словосполучення. Але що це означає для вас, в першу чергу? Які емоції це повинно викликати? Смачно вдягнена людина. Це як? Вкусно одягнений чоловік. Для мене це завжди гармонічно. Це може бути... Ви знаєте, буває, що я зустрічаю людей в місті, які... Совершенно не вписываются в модные тренды. Абсолютно у них не сочетаются все цветовые сочетания, которые на них... Но это так вкусно. То есть это вот, наверное, гармония. Это единственное слово, которое... Да, вот мы сейчас видим тренд. Кстати, тренд радуга – это тренд следующего года. То есть радужные одежды можно уже закупать. Это будет круто следующей весной и летом. Монолуки очень модные, когда... Разные оттенки одного цвета сочетаются в одном образе, это очень круто. Перья, это тоже уже на следующий год. Можно уже немножко так смотреть на будущее, да? Кружева, макраме и так далее. Я хочу сказать по поводу трендов, что тренды – это круто, это классно. Но вот на осенних показах моды, по-моему, Миучи Прада сказала на своем, вернее, даже показала своим показом, что самый главный тренд, вот джинсы, джинсовый монолог, допустим, да, самый главный тренд – это быть собой. Вот. Да, поэтому... Про це треба завжди пам'ятати. Всегда. То есть кому-то вот идет вот такой рабочий комбинезон, да, а кому-то совершенно нет. Поэтому главное помнить нужно, что одежда подчеркивает человека. Никак не наоборот. Поэтому нужно сначала знать себя, понимать, какой вы. Вы веселый, вы грустный, вы целеустремленный, либо наоборот вы... А если хочется быть и таким, а завтра может еще кем-нибудь? Ой, это про меня. Это вообще про всех творческих людей, у которых совершенно вот так все. А для них существует, знаете, есть капсульный гардероб, а есть комбинаторный. Вот капсульные, это 10-15 вещей, они все сочетаются друг с другом. И это очень легко для тех, кто любит списки составлять. Вот я совершенно не люблю списки, у меня все вот так, у меня очень много вещей. Но я все могу сочетать друг с другом. Для этого просто ты открываешь утром шкаф и чувствуешь по своему настроению, как сегодня ты хочешь выглядеть. Це дуже добре, це класно, коли є така можливість справді себе відчувати по-різному. Ти бачиш світ по-різному і ти можеш вдягатися так, як тобі хочеться. Конечно. І ти формуєш свій настрій речами. Да. Вещи дуже серйозно впливають на настроєння. Поэтому вот никогда не надо сбрасывать со счетов то, как вы выглядите. С помощью одежды мы всегда производим впечатление. Даже если мы об этом не думаем, это обязательно влияет на то, кто на нас смотрит. Мы еще можем ничего не сказать, ни единого слова. Може, призвели впечатлення. Ви знаєте, дуже гарні колекції ми тільки що побачили. І я побачила там такі кольори яскраві і насичені. Є оранжевий, є синій, є такі прям пір'я таке от бірюзове було. Від чого залежить вибір кольору? І чи можемо ми, не орієнтуючись на світову спільноту модну, зробити свій, саме свій кольоровий набір і носити ті речі, які нам підходять за кольоровою гамою. Не ті, які модні будуть цього сезону. Именно это и нужно сделать. То есть нужно знать свой цветотип, нужно знать, какие цвета подчеркивают цвет ваших глаз, цвет вашей кожи, которая, когда кожа сияет. Потому что когда ты прикладываешь определенные цвета к лицу, то бывает, что кожа становится серой, а бывает такое, что прямо загорается что-то изнутри. Поэтому вам нужно вот именно эти цвета знать. Прикладать просто до обличия, да? Ну, есть определенная методика, схема, да, определения своего цветотипа. И те цвета, которые мы носим возле лица, вот это ваши цвета. Угу. Але ж може бути так, що, наприклад, якийсь колір нам допомагає, він нас підкреслює, а якийсь колір дуже яскравий вже для нас, і він може перебити нашу зовнішність. От як потрібно правильно поєднувати? То, що вашу зовнішність може не підчеркнути, носимо внизу. Угу.
А то, что подчеркивает, носим возле лица. То поэтому, так просто. Если вам очень хочется надеть что-то красное, но он вам не идет, одевайте красные ботинки. Либо берите красную сумку. У вас будет, ну, вот, в образе элемент красного, но при этом ваше лицо будет именно в том обрамлении, которое вам идет. Це дуже добре, коли ми можемо ось таким чином поєднувати різні кольори. Ще треба формувати в собі смак. Ось. Конечно. Ще один. Я хочу сказати, що на самом деле мода – це гра. А стиль – это такая вещь, которая является базой и основой. Поэтому выработать свой стиль можно, играя, импровизируя и так далее. Всегда нужно понимать, что ты хочешь показать собой, своим видом и так далее. Как ты хочешь выглядеть. И от этого всего можно… Это целый мир на самом деле. Это так интересно, увлекательно. Поэтому это всегда можно сделать… вкусно. И таким образом сформировать свой определенный стиль, узнаваемый у всех. То есть даже вот если вы видите человека впервые, то и видите у него какую-то фишку, вы запомните ее навсегда. Будете... Мы же знаем тих людей, которые капелюшки носят. Да. Только она носит, например, капелюшки. Да, 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 да. И саме таких форм она себе обрала это за стиль и взагалі за свой образ. А есть люди, которые могут носить кроватки, изменять кольори різні. Є люди, в яких є просто свій особливий шарм, і вони тим виділяються. Конечно. Але ж є ті вже полички, які зайняли. А треба знайти свою. Не хочеться бути на когось схожою. Треба... Не треба бути ні на кого похожим, треба бути собою. І нет такого, що всі там, ну, ніша зайнята, нічого подобного. У кожного... Это базовый, кстати, гардероб, да, вот смотрите, совершенно, совершенно простой брючный костюм, но его подчеркнули поясом, одели яркую шляпу, и как это вкусно. Дуже гарно, надзвичайно. Вот. І треба вміти ще себе подавати. Окрім того, що ви можете обрати, ще треба знати, як носити це все. Бо одна справа, коли просто надіти, а інша, коли людина сама смакує. Не просто смачно, а їй смачно. Звісно, так ви, от цього ж все, собственно говоря, йде, да? Тобто ви одягаєтесь, зачем? Угу. Щоби вам було добре і комфортно. Поэтому, якщо ви вже одягли там платье, і вам в ньому класно, даже если кому-то кажется, что в это что-то не соответствует, либо не модно, но вам классно, у вас горят глаза и у вас хорошее настроение, поверьте мне, это все будет смотреться как единый образ и запомнят именно счастливого глаза человека, а не то, в каком платье он был одет. Угу. Якщо ви хочете виділятися з натовпу, ми вже сказали, є такий прийом, ви можете знайти свою фішку, свою родзинку, але якщо ви не знайшли, але хочете виділитися, то чим ви порадите виділятися? Обращают внимание на яркость, обращают внимание на эпатаж, обращают внимание на изысканность. Угу. У нас мало такого в городе. Но я вам хочу сказать, что для того, чтобы выделиться, у нас в стране достаточно улыбнуться. Ви знаєте, так хочеться завершити на цій ноті нашу зустріч з вами. Пані Світлано, це дуже добре, коли ми розуміємо, що просто треба посміхатися, треба жити і радіти кожному дню. Дуже добре, що ми сьогодні розглянули безліч нарядів, подивилися, як вони можуть виглядати і комбінуватися. І тепер ми точно знаємо, що ми будемо в тренді завжди. Будемо індивідуальні, будемо самі собою, будемо гарними і будемо носити радість. Отлично, спасибо вам за интервью. Благодаря вам я хочу воспользоваться случаем, пригласить всех на выставку в субботу, где буду я, могу вам помочь выглядеть вкусно, красиво, стильно. В субботу в 13 часов на свой семинар. Безкоштовно, до речі, так? Безкоштовно, да. Пані Світлано, дуже дякуємо вам, тому до наступних зустрічей ще, ну а ми з глядачами зустрінемось вже за 3 хвилини.